кинотеатре «Товарищ Аншлаг» премьера военно-патриотической драмы «Время вернуться». Перед началом показа зрителей ждет тематическая программа. В фойе гостей встречают ребята в форменной одежде. Организованы две тематические выставки «Хроника Великого Освобождения» и «У времени есть своя память». В центре находится символическая звезда памяти, на которой размещены фотографии освобождения города Бобруйска и представлены книги наших бобруйчан, которые писали о войне. Это Алексей Бобков, Юрий Нестерович Князев, Рапкин и многие другие. Посмотреть киноленту белорусских кинематографов приходят педагоги, работники учреждений культуры, а также учащиеся старших классов. Не остается в стороне и руководство города во главе с Игорем Киселем и Ириной Рынейской. Возможно, мы сегодня счастливые люди, что мы имеем свободный взгляд и возможность жить и процветать, и развиваться так, как считаем нужным. И важно другое еще, что мы сохраняем свое историческое культурное наследие. И фильм, который мы сегодня посмотрим, сформированный именно на исторических фактах. Сюжет военно-исторической драмы основан на реальных событиях и повествует об уникальной операции белорусских партизан, которые находят путь в тыл врага через непроходимое болото. Благодаря сведениям партизанской разведки именно здесь и строят дорогу Лежнев, дающая важное тактическое преимущество советским войскам в ходе операции «Багратион». Я считаю, что таких фильмов должно быть как можно больше, потому что это нам дает понять, как в те годы жили люди. Я считаю, что нужно больше просвещать молодежь в этом направлении. Военно-историческая драма режиссера Ивана Павлова – дань благодарной памяти белорусов подвигу прадедов и дедов-героев. Виталий Гаврусев, Максим Калинин, Бобруйск, 360.